Вообще я эти пьяну, да? Траву косил, это государственный служащий траву косил. А ты Диму? Диму это фонтан открыли. Здесь пьяца такси, а здесь суд у нас на демократический греческий. Был бы он демократический. Δεν αλλάζω Έλληνες όπου να είναι, παρακάρω όπου να είναι. Ναι, δεν αλλάζω Έλληνες. Με κλειστά τα μαγαζιά, όχι. Δεν αλλάζω Έλληνες, καλά λέει ο Βάης. Κλειστά εμπορικά πάλι δεν χωράνε τα αυτοκίνητα. Όχι, κλειστά Ζάρα, όλα κλειστά. Έλα βρε άνθρωπο, τώρα, έλα, τι ψάχνει. Να παρκάρει ψάχνει. Πού να παρκάρει εδώ. Ξέρεις. Ο άλλος μέσα από δεξιά. Ναι. Είδε, εγώ βγάζω κάμερα και τον δρόμο πήρε. Ναι, κύριε. Κύριε, με το μάσκα. Τη μαγκαζιά πήγε. Να το συνέσαι τα βόστο Έλληνες. Έλληνα, Γκρίκοι, не изменить греков. Πώς είπες, δεν αλλάζουν Έλληνες. Δεν αλλάζουν, όχι. Нет, нет, не изменить греков. Не приучить к культуре. Паркарун оля пан эдо. А, на эту просьбу, бам, за супой. Здесь нельзя парковку делать. Не стоять, не ехать. Здесь вот эта вот желтая дорожка, здесь для автобусов, видите? Веспа, фуртигаки, амакса, пан со лефуриодрому, сымата. Не. Не налажен, Елена Свая. Это не лав. Ох, греков не изменить, нет, нет, это бесполезно. Ну, чуть-чуть их паста. Лигу валенес то сиразас, эллинес. На красота наша. Ах, кирия, это маска, кацы и кипуиши. Ох, скоро нам это запретят, наверное, так же. Минут половина. На валюны не пошли гитей, авто то... Με το πόλεμο που το βάζουν, πώς λέγεται εσάς. Καραντίνα, όλος. Όχι καραντίνα. Στρατιωτικός νόμος. Στρατιωτικός νόμος. Военное положение. Ведут и здесь в Греции, как и во Франции. Ох, вот тогда греки попляшут. Они не могут успокоиться, греки. Все им надо везде. Лазят, что-то делают. Закрыли все, еще где-то что-то лазят. Блин, на... Από 10 άτομα και πάνω, αν μαζευτούν, 1000 ευρώ το κάθε άτομο. Πρόσθετα. Αγά! Μαζεμένα έξω. Σημονισμένα δνιά, он говорит, Βάιος, говорит, больше, чем 10 человек соберутся. Πόσο πρόστιμο? 1000 ευρώ το ένα άτομο. 1000 ευρώ одного человека. Ό,τι και να έχουν. Ό,τι και να έχουν. Μετανάστες, τι κάνουν, Βάιο, εκεί στα σύνορα. Μετανάστες πάνε να περάσουν 300 μαζί στα σύνορα. Οπωσδήποτε, 300 μαζί, 1000 ευρώ. Πρόστιμο για κάποιο. Ξεκίνημα πρόστιμο, 3 χρόνια φυλακή και άλλα 10.000 από το δικαστήριο, δηλαδή 11.000. Поняли? Поняли, что он сказал? 3 χρόνια φυλακή. Короче, все, кто хочет перейти границу Греции, 3 года в тюрьме, 10 тысяч штраф и 1 тысячу за то, что собрались больше, чем 10 человек. Это значит, получается 11 тысяч. В тюрьму и высылают сразу обратно в Турцию. И пускай делают, а потом они не могут уже. Если у тебя есть запись нарушения границы, там всего-всего. Ох, ох, ох. Вот такие вот дела. Кто меня спрашивал про этих самых. Не похоже на тебя, не похоже на меня. Ладно. Банк, ανοιχτό, ανοιχτή τρέπεζα. Αλφα Банк. По одному человеку заходит. И по... Вот, такие вот макароны. Магазин у нас, кикирики, дилади, продукт, буйны фагита, да? Короче, 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 это... Кто готовит еду, они могут и ночью развозить еду, только не кушать в самих тавернах. Ну, вот этих вот местах. И магазины до 10 часов будут работать, и воскресенье продуктовые. Я имею в виду супермаркет со вчерашнего дня. Границы все закрыли. Европейского Союза никто не ездит. Пама Киреваю. А что авто с нафиги? Вяжет там. Опять эта дорога, вот эта вот, а, которую переделывали, видите, она вся такая
друг у другу. Все, все трясется. Увидимся. Ох, отдыхать рядом с Вайсом. Эладо, кита. Протофурате ти влепо. Люди мегалонисты дедро. Δεν είναι πρώτη φορά και σε βράχο μπορεί να μεγαλώσει. Ναι, ξέρω. Μπήκε και... χώμα, και μπήκε χώμα, μα εκεί το λουλούδι μπήκε. Δεν είναι τίποτα. Σμοτρίτσι, τσιτό κραστιό δεν τυρί. Όχι, όχι, τίποτα δεν κάνω. Оставь группу, пускай живет. Туда в дырочку замело, это самое, видите, листья, все замело. И семечко попало, и вырос цветочек вот так вот красивенько. Смотрите, как классненько. Я тут села с Вайсом почесать языком, а тут такое, прелесть такая. Ах, 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 природа. Вот что значит природа. Проехались по городу, и Вайс работает. Не дает мне даже ножницы взять, почикать ему вот эти вот мелкие веточки. Ничего не делай, сиди, говорит, отдыхай, говорит. Ох, ладно. Я как главнокомандующий сижу на посту. У меня уже с утра все подскочил. Посуду переставил в мойку, в машинку. Прочитал все газеты, узнал все новости. Все вычитал. И этот собрался на работу и говорит, все, давайте, поехали. Вот такие вот дела. А мы с Денисом валяемся. Лентяйничаем. Такой вот. А, мне написали, это, говорит, у вас нет свежего воздуха, говорит, чихаете. Это, говорит, от того, что оливки цветут. Оливки пока не цветут, они сейчас зацветут через 2 недели, наверное, здесь, на участке. Волосы уже начинают набирать цвет, бубуки, бутончики. А, здесь еще нет, еще нету. От цветов, может быть, от цветов, от пыльцы я чихаю от свежего воздуха. Потому что волосы не сравните воздух, чем вот здесь вот такой... Свежей травой и всем остальным пахнет. Такой свежестью здесь. И ветерок. А волосы такого нету. Вот я сейчас опять полный нос у меня. Я сейчас опять буду чихать. Я только что из машины вышла. Ох. Ой. Ладно. Девчонки, мальчишки, я рассказала вам последние новости про нас. Вот. Так что. На следующий год я не буду так сажать рано цветы. Они все равно не растут так хорошо, когда их посадишь рано. Лучше все в свое время. Чуть этот январь, февраль, это январь вообще это рано для них. Ну, конечно, хочется, чтобы пораньше они зацвели, сделались, но все равно еще рановато. Видимо, природа все равно заложена, что природа. У меня некоторые цветочки, про цветы сейчас будем разговаривать. Некоторые цветочки так вот они, знаете... Петунья не растет. Надо было ее повыдергивать, ее прорядить, а я не сделала этого. И она так, знаете, не больно сильно цветет, растет. Некоторые семена вообще не взошли. Вот с магазина, один магазин есть, Галаксист, я покупаю семена. Многие семена не всходят из того магазина. Не знаю, может быть, я что-то неправильно делаю. Слидало большинство всего всходит. Я купила еще астры большие такие. Да? И это... Они тоже у меня сейчас начали сходить. Ой, что-то мне попало в рукав. Вот. Такие вот дела. Купила астры. Высокие. Чтобы тоже посадить их. Не только маленькие в вазончиках будут. Но и высокенькие на клумбу посадить. Ой, машет вам ручкой. Эле эргажоминус антропус. Эхи секса дедра. Мегала. 6 деревьев у него. Вот это. И там еще 3. Сзади вот там 3. 6 деревьев. Сегодня ему надо. Если, не дай бог, нам забомбасят, что нельзя выезжать никуда. Ну, один будет ездить. Что теперь делать? Работать-то надо. Обрабатывать участки-то надо. Как-то жить надо.
маслом заливает. Сюда вот эта коробочка, где он масло для того, чтобы смазывалась этот самый цепочка пилильная. Это масло он покупает в Лидле. Машины, для машины. Ладно, он сейчас начнет жужжать, все равно ничего не услышится. Лила, смотрите, набрали опять тележку. Коста, я тебя не снимаю, можешь не злиться. Че ты на авто? Юсуф? Сферизит? А. Ой, какие мас. Όχι, όχι. Δεν δική μας βαγιά. Σε όσο βιράμισε. Вишенада. Вишенада. Сигур. Сигура вишенада. Давай мы ее вот сюда вот пнем, вишенаду. Оставь. Это букалепса вишенада. Не-не-не, букалепса. Вот сюда мы ее, оп. Дин, топорчик свой убери, где ты работал. Он все с топором, Дин, у меня носится, как этот самый. Опа, Дино, да гану на стея. Или буна фиду цикура, пусть я канесе, все, воспитывает. Этот, Сан Чунгачкук. Ох, сферист капиш, Андрес. На, держи, закроем этот самый. Дай папе, фертуда. А этот сюда. Топорик сюда. Резинки сюда. И все, будем закрываться. Да. Домой собираться. Все, остались эти передние. Он не хочет пока передние резать. Так вот, хочет оставить их. Не знаю, что будет дальше. А так все кончил Вайс работать. Осталось только жечь и собирать еще эти самые дрова. Еще целая куча дров надо собирать. Более мелких, крупные самые все почти собрали. Почти. Все, ты резинку тянешь? Давай. Все, 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 все. Ну, Дин, ну что ты, как маленький мальчик. Поехали гирус купить. А здесь по телевизору все законы читают, что сейчас можете сделать, да, Куста? Объясняет, что можно, что нельзя.